За багаж и еду в самолете можно будет не платить, то есть в стоимость авиабилета в России не будут автоматически включать плату за обработку багажа и питание на борту. А сами билеты станут невозвратными. Поправки в воздушный кодекс, подготовленные Минтрансом, Госдума должна утвердить до конца года. Об этом сообщает «Российская газета». Эти меры направлены на то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок. Когда поправки вступят в силу, за обед на борту и обработку багажа желающие будут платить отдельно. Экономия на еде, впрочем, вряд ли будет существенной. По оценкам экспертов, сегодня бортовой обед в эконом-классе обходится в среднем в 300 рублей. А перевозка багажа в целом порой стоит дороже, чем перевозка одного пассажира.